Из выпускников не расставался со своими одноклассниками 11 лет, а эти ребята выбрали для себя другой путь. Лицисты БГУ, пожалуй, одни из первых среди своих сверстников определились с будущей профессией и выбрали профильные предметы. Поступили в лицей после 9 класса, но сами признаются, за 2 года обучения не только подтянули предметы своей будущей специальности, но и нашли новых друзей. Я понимаю, насколько я благодарна этому месту и этим людям, которые дали мне возможность не только раскрыть себя в академическом плане, но и найти то, чем я хочу заниматься в жизни. Я хочу заниматься биологией, наукой. Сегодня лицей БГУ выпускает 260 своих выпускников, выпускников профильных классов. Среди них 56 золотых медалистов и 24 человека награждены серебряной медалью. Сегодня радостно за наших ребят, и мы гордимся, что такая талантливая молодежь выпускается сегодня из нашего учреждения. Но в то же время и грустно расставаться с такими хорошими талантливыми ребятами.